Привет, ребят, с вами Лего, мы продолжаем играть в игрушку под названием Kingdom. Это уже четвертая серия, как мы выживаем, и нас никак не могут добить монстры. Я просто вообще в шоке. Нам так везет, мы уже добрались до каменного уровня. Так, 4. Идем сейчас к мулу, чтобы обеспечить наших, грубо говоря, фермеров, да, водежку. Водежку, мать его. А у нас так как у нас нету нормальных много денег, то нам приходится так делать. Мул, давай. Нам срочно нужен мул. Нам срочно нужен мул. Олень, погоди. Вот с оленей неплохо бабок добывается. Мул, стой, пожалуйста. Ты нам должен прийти и помочь на базу. Я тебе отвечаю, пожалуйста, приди. Так, может сюда влить? Все. Это апгрейд лучников. Я помолился богам лучников, и теперь мы готовы сражаться. Я думаю, что нам этот баф очень сильно поможет. Хотя я мог сделать одну косу. Но я надеюсь, что мул принесет мне косу, и мои фермеры снова смогут работать. Я наконец-таки смогу опять апгрейд... Ох, ты красавчик. Ты просто красавчик. Так, мне нужно апгрейживать вышки. Не знаю, каким способом. Сколько нам монет не хватает? 3 монеты не хватает. Ну все, у нас мы уже можем себе позволить апгрейды. Это мне очень нравится. Так. Так. Эти трое подходят. И у нас есть один ремонтник. Что там за фигня? Иди-ка нахрен, а! Они опять моих всех убивают. Эти они не успели еще дойти, блин. Я на них сколько денег-то потратил? Достали, блин. Этот монетку радостный унес. Мудак. И что, по нему не попал? Здоровяк. Здоровяка тоже как... Охренеть! Корону, пожалуйста, отдайте мою. Блин, вот уроды, а вот уроды. Они теперь с левой стороны начали атаковать. Что за придурки-то? Так, у нас сейчас, по-моему, ни ремонтника, никого нету. Только хотел апгрейдить, а уже толку нет. Так, это... О, отлично. Чё, серьезно? Вы пошли косить? Вы пошли косить и добывать деньги? А нет, ты еще не пришел. Один только пошел косить. А он пошел в левую сторону, да? Молодец вообще, к этому здоровому гному. Так, подходят, подходят. Пожалуйста, ну не давай молотки-то. Ну сколько можно эти молотки? Дай нам что-нибудь повеселее, а. Можешь луки дать? Никто не обидится. Все, деньги у меня есть. Ты реально луков надавал, да? Офигеть, надавал косу. Так, мы тогда сделаем одного ремонтника. И нужно идти за людьми срочно. Так, деньги у нас сейчас будут добываться. В хорошей прогрессии. А мы пойдем за людьми. Я не знаю, как мы должны успеть. Они пока будут доходить сюда, полгода пройдет. Они очень далеко находятся. Но выбирать у нас не приходится. Так, ну-ка обратно, быстро. Быстро обратно. Сейчас нужны новые люди. Нам нужны новые люди. Сейчас будут косить и много денег срочно набирать. Потом красная луна, и мы все сдохли. В кемпе есть кто-нибудь? Есть. Давайте срочно. Срочно, как говорится. Я могу дальше еще пойти? Или там уже вообще нереально будет? Или там меня сбреет нахрен? Так, в следующем кемпе есть один, да? Или двое? Есть двое. Все, отлично. Четверых я к себе опять забрал. Я не знаю, успеют ли они дойти. Я надеюсь, что хотелось бы, чтобы они успели реально дойти. Потому что по-другому я не знаю уже, что придется делать. Я уже чувствую, что, видите, за небом кажется, что уже в скором времени начнется красная луна. А на красной луне это просто вообще сразу меня будут жарить во все стороны. Нужно апгрейживать базу, ставить, блин. Ой, вообще, что тут только не нужно ставить. Нужны ремонтники. Ремонтники долго ходят, всех сбривают. День и ночь очень быстро проходит. Ничего не успеваешь делать. Это только начинает садить. Это тоже только посадил.
Со второй стороны тоже только что, наверное, посадили. Кого ты там стреляешь? Ты его убьешь? О, да. Пошло дело. Так, эти посадили. Что-то наделали. Здесь я денег взял. Отлично. Пойдем сходим в ту часть. Посмотрим, что там мы можем решить. Отлично. Так, мы сделаем еще одного ремонтника, пожалуйста. А что у нас? О, коса есть еще одна. Обалдеть. Есть ремонтник. Хорошо. Здесь у нас как дела обстоят? Здесь дела обстоят очень, очень круто. Очень круто обстоят дела. Здесь двое сидят, они вроде хорошо сидят. Подожди, может быть, главный кемп апгрейдить? Чтобы еще... Ну, куда главный кемп апгрейдить? Я еще так-то до конца ничего не апгрейдил. Смотрите, как мы можем сделать. Вот здесь, если вся заварушка у нас происходит, мы просто грейдим вот эту штуковину. У нас есть ведь ремонт... Зачем я начал грейдить, когда они начали атаковать? Что я за дебил, а такой? Что же я за дебил? Так, надо куча слить бабок. Все, они пройдут на изи. А я ничего починить не могу. Куча денег, все, это до свидания. Это просто до свидания. А! Я закосячил вообще ужасно. Ужасно закосячил. Ну-ка, отдай молотки быстро. Пошел он с молотками. Монетку уберите, типа, одну. Ни хрена себе, это все, это все. Это хана. Прощай, мой дом. Не развился я до конца. Может быть, я успею, конечно, выжить. Может быть, день меня спасет, я не знаю. Но нужно уже убегать из своего королевства. Чем быстрее, тем лучше. Они с одного портала пытаются дойти до другого. Все, идем без оглядки. Может быть, днем они умирают? А? Скажите, пожалуйста. Днем они умирают или нет? Или мне хана? Все, мне хана. Мне хана, ребята! Нет! Бам! И корону забирает. Шикс. Офигенно. Your crown. Это докуда я дошел, да, до какого-то дня. Ну что, ребят, не забываем подписываться на канал, ставить лайки. Всем пока-пока. Вот такая вот интересная вышла игрушка.